15 тысяч продуктовых наборов получат нуждающиеся дагестанцы сегодня. Только в Махачкале распределят 1500 таких наборов. В один продуктовый паек входит мука, сахар, рис, гречка, макароны и масло. Фонду «Инсан» помогают волонтеры. На своих машинах они развозят продукты по домам нуждающихся. В акции участвуют известные активисты и общественники. Приятно то, что им, наверное, поддержка с нашей стороны. А взять общим, там ничего приятного нет, когда видишь, что происходит изнутри. Поэтому, мне кажется, призываю всех, у кого есть возможность, поддержать наших братьев и сестер. Будем стараться, да, в дальнейшем тоже развозить. Ну, эта организация мне близко к душе, скажем так, да. И всегда я стараюсь, когда у них бывают такие мероприятия, поддерживать и участвовать всегда. Продуктовые наборы получают малоимущие, многодетные семьи и больные, которые не в состоянии самостоятельно обеспечить себя. Фонд «Инсан» как спасательный круг в их жизни, признаются подопечные. Я одна воспитываю троих детей, и пока нигде не работаю по состоянию здоровья, можно так сказать. И у меня еще три года еще нету мальчику, из-за этого мне это очень помогает. Поэтому вы мне очень помогаете, я вам очень благодарна. Каждый месяц почти вот приносят помощь. Подобные акции проходят регулярно. Руководство благотворительного фонда пытается помочь каждой малоимущей семье и быть рядом в это непростое ковидное время. Хамз Нурмагомедов, Камиль Магаев, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.